Сегодня фантастический день. В 1/4 финала чемпионата мира встречаются хозяева турнира команды Чили и победитель Кубка Европы сборная СССР. Стадион в Арике заполнен до отказа. Интерес к матчу просто огромен. И хоть сборная СССР считается фаворитом, уместно вспомнить известную поговорку. Можно пойти встречу отцу, а вернуться самому постриженному. И поэтому все мы, чилийцы, верим в нашу сборную и ее тренера Фернандо Риера. Посмотри на меня, Лёха. Ну делай что-нибудь. Лёха, держись, Лёха. Подожди, все в порядке. Ты взял его, Лёха, взял. Лёха. Тихо, тихо. Сын, сын. Смотри на меня. Играть можешь? Могу, Гордович. Только без геройства? Угу. Ты мне еще в финале нужен. Живой? Порядок. Все-таки нужно было дотяжно отдохнуть после такого тяжелого матча с Уругваем. Катрикадзе вполне мог его заменить. Панические настроения. Так мы до финала не дойдем. Надо в команду верить.